Короткую программу представляет Элейн Шартран, Канада. Канад Карен Шартран в нынешнем сезоне уже засветилась на этапах Гран-при на Skate Canada в Келоуне. Она заняла 7-е место и сейчас стремится к тому, чтобы постараться подняться хотя бы на одну строчку протокола повыше, чем у себя на родине. Но Канада все-таки не Россия, это вторая по величине страна в мире, по территории, конечно же. Ну и нужно очень много получать Элейн Шартран, чтобы подняться хотя бы в шестерку сильнейших. Впрочем, не говори гоп, пока на лед не шлеп. Поехали! С акселя в 2.5 начинает Элейн Шартран, и надо сказать, что делает это очень прилично. Стулук неплохо, и, пожалуй, что без недокрутов. Очень достойно пока смотрится Элейн Шартран. Все же есть в Канаде кому заменить Кейтлин Осман. В Китае прилично смотрелась Габриэла Дальман. Дальман, не знаю, как правильно. Но Элейн Шартран, что в Канаде, что сейчас в Москве, пока выглядит тоже очень и очень. Креативненько, чистенько и очень достойно. Похоже, что Элейн Шартран всерьез вознамерилась подвинуть Эшли Кейн сверх строчки текущей таблицы. И мне кажется, ей это удастся. Очень хорошее выступление. На всяком случае, на фоне тех, кто выступал до нее. И Элейн Шартран доказывает, что и канадская школа фигурного катания среди одиночниц тоже дышит отнюдь не на ладан. А полной грудью, что в лесах Канады, Келоуны, что в Китае, где воздух не так свеж, как даже в Москве, что там на загазованном мегаполисе нашей страны. We'll be right back.
Ну и в целом программа неплохая, согласитесь. Жизнь радостная. Ален Шартран. Технические специалисты, которые выставляют уровни за элемент, они располагаются прямо на нашей комментаторской позиции. Сейчас со скучающим видом ожидают выставления окончательных оценок. Оценки очень высокие, во всяком случае, никогда раньше Ален Шартран такой суммы баллов не получала. Это ее личный рекорд. И, естественно, она выходит на первое место. 61-18.